Всем мяса, с вами Павел Мясник, и мы продолжаем выживать в Morrowind. День 14. Итак, экспериментами выяснили, что временное повышение навыков не сбивает цены. Я уж надеялся. Может, конечно, зачарование будет сбивать, но я как-то в этом тоже не уверен. Скорее всего, расчет здесь идет именно от прокачанных за уровень характеристик. Можно, конечно, попробовать будет читами проэкспериментировать, но это уже будет тема для отдельных видео. Сейчас мне это как-то не особо интересно. Мне нужна гильдия бойцов, уже докачать выносливость. А, да. Добро пожаловать. Вот и смотрим. Средние доспехи 372, уже не дешево. Вот теперь повышаем. Ну, сбивать навыки на самом деле можно будет и в тюрьме. Это как бы не проблема. Единственное, придется вот этой херней заниматься, с торговлей. Немножко дольше времени займет, но в скором времени, как персонаж будет более прокачанным, это тоже отойдет уже на второй план. Так, смотрим. Вот уже 347 уже. А было? Что-то я не помню, ни хрена. Ну давай. Денег хватает. Вообще, конечно, лучше прокачиваться у того, кто имеет торговлю, чтобы можно было эти деньги потом забирать. Чё там? До сих пор 3. 4. Так, 4. Должно быть 5 уже. Все, 5. Есть. Идем отдыхать. Так. О, что я так медленно стал ходить? Перегруз, что? Да вроде нет. А, я, наверное, капс нажал. Ну да. Так, отдыхаем. Превосходно. Все по плану. И уже на 10 повысилось. Да, расчет работает чуть по-другому. Это хорошо. Вот эта формула. Значит, еще 4 уровня. На 9 уровне сила 100. На 10 выносливость 100 будет. Угу. И удача будет уже 60. Начнется качаться другие навыки, более важные, наверное. Будем что-нибудь придумаем. Может, силу воли, ловкость. Там уже разберемся. Итак, опять же, сила выносливость. Это модификаторов понабирать. Ну, я уже бодрее смотрю, стал двигаться. Это хорошо. Можешь быстрее спрашивать. Мне надо идти. Так, ну, в ближайшее время Яндас Сарандас. А мне нужно... Мне нужны чары на левитацию, чтобы забрать эту херню. Где там гильдия магов? Так. Говори, что тебе надо. Сундук не обновляется, к сожалению. Привет. Как дела? Пока не родила. Так, давай выносливость восстанавливаем. Чары. Что у меня? Вычурный рубин. 60 вмещает. Ну, душа пусть будет Бремора. Заряд 100. Так, что я хотел? Уменьшить хамелеон. Мне нужно, кстати, отмычку сделать себе. Я думаю. Вообще, ну, можно попробовать. Где у меня открыть? Что-то я вроде смотрю. Ну, скажем, если 100. Касанием. Охренеть.
100% отмычка всего. Да ты чё, реально, что ли? Да ну нахер. Охереть. Нихера себе, так можно еще что-то сюда вбахивать. Да, зачарование. Да нахер здесь тогда мана нужна? Вот таких колечек, амулетов, колечек и прочие херни нахерачил. Вот дорогое кольцо. Оно, кстати, вмещает уже 15. Но как бы 100 пунктов это вообще не обязательно. Просто можно то будет использовать для чего-то более интересного. Даже такой камень душ жалко использовать, честно говоря. Не, ну от 5 до 100 это, конечно, идиотизм. Но тогда придется вычурный амулет. Ну и, скажем, например, можешь левитацию сюда еще бахнуть. Допустим, или восстановить здоровье, или что-нибудь восстановить вообще. Просто надо как-то использовать, я думаю, по максимуму. Светоч, телекинез. А что, у меня нету левитации? Хреново, хреново. А что тогда можно бахнуть? Чар побольше было и качалось оно получше. Может быть, тогда телекинез. О, одна секунда, вообще ни о чем. А сила, кстати, это на... Телекинез, ну не знаю. Как-то телекинез не особо. А, кстати, вызов духа предков сюда я вообще хотел же изначально бахнуть. Так. Подожди. Давай-ка удалим. Скажем, вызов духа предков. Одна секунда, две, четыре, пять. Ни хрена себе. Серьезно, что ли? Вот такое можно мощное заклятие сделать на 107. 3 минуты. 3 минуты. Охереть. Вызов духа предков на 3 минуты. Да я не знаю, нахер мне 3 минуты нужен. Смысл от него в 3 минутах. Просто можно совместить, как бы открыть то, закрыть это. Но минуты вполне достаточно. Ну, допустим. Так можно еще что-то сейчас. Подожди, давай-ка секундочку. Ой, а вот здесь опасно. Здесь опасно. Я не помню, что я у нее забирал. Новых предметов вроде бы не появилось. Но мне надо подкупить заклинаний. Так. Тебе что? Тут надо квесты проходить. О, как хорошо персонаж двигается. Мне прям нравится. Ну, по крайней мере, в прыжках. Ходьба еще пока не очень. Так, подожди-ка, восстанавливаем. Как вам Балмора? Ой, Балмора очень нравится. Так. Вторая преграда. Вот щит, кстати, щит можно на себя еще вешать. Мелкий ходячий труп, скелет, прислужник, уязвимости интересные. Вот мне нужна левитация обязательно. Так, ледяной щит, неинтересно. Неинтересно эти все щиты. Ну, уязвимость неплохо. Накладываем на колечко, допустим, какую-то уязвимость, скажем, к магии, например. Потом можно будет... А в чем разница магия, огонь? Это же все магия.
Может, она как-то суммируется, типа уязвимость к магии, и потом будет круче. Короче, например, две уязвимости можно взять. Какие-нибудь любые. Тот же самый яд, холод. Но чем я буду бить? Ну, пока, например, делаем призывателя. Зачарователь, призыватель. Что мощнее, мелкий ходячий труп или скелет-прислужник? А я, кстати, не посмотрел, сколько зачарования стоит. Мне же вообще ни на что не хватит, получается. Так, скелет-прислужник. Ну, вроде должно быть неплохое. Вот ходячий труп я не знаю. Давай, наверное, скелета возьмем. Пока вот так. Боевые сейчас я не хочу использовать, по крайней мере сейчас. А Буза, вот у этой есть все удары, у той неуязвимости, прекрасно. Так, хорошо. Добрый день. Потом еще колечек наберем, можно будет дохренища себе заклинаний понаделать. Так. Иди сюда. Чем могу помочь? Сейчас мы у тебя прокачаемся. Так, 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 так. Ну, вроде бы, ну, не, может и не хватить. Я не знаю, какая там цена. Надо было сперва распродаться. Так, давай подождем еще чуть-чуть. Надоело ждать. Так. Вот так, вот так. Ага. Кто-то уже до хрена деньжат. Как раз на прокачку. И маной можно будет вообще не пользоваться. Отлично, и алхимия качается. Это я уже, получается, что, уровень набрал. Может быть. Так, смотрим. Давай сперва слабое что-нибудь. А, не, у меня же есть супер амулет. Тут вообще может 300 зарядов. Но это, я думаю, на что-нибудь другое использовать. Потом можно будет... Кстати, надо еще заключение купить. Обязательно. Какие-нибудь мелкие души. Да и не мелкие тоже потом. Так, вызов духа предков... Первое, по-моему, тут оно градация какая-то идет. И, кстати, я забыл посмотреть на цену заклинаний. Да, вот эта цена. Конечно, сейчас мне не по карману. Рано я обрадовался, но эта цена будет достигнута когда-нибудь. Пока что можно эти все колечки, шмалечки, все это выкладывать. Так, секунду. Давай-ка мы сперва все-таки колечко одно. А, кстати, а скелет-прислужник сколько 60 секунд стоит? Ой, это у меня из-за того, что так выносливость, что ли, еще дороже стоит. Охерели? Да ну нахер. Скелет-прислужник 60 секунд 36 тысяч, а дух предков 60 секунд 9... Да вы чё? Нихера себе тут цены, а где мне такие, я не знаю, это навык торговли надо прокачивать. Ну это что-то нереальное, честно вам скажу. Это что-то с чем-то. Так, 8 из 10, чуть-чуть осталось. Не, ну это как-то несерьезно, подожди. Выносливость стала чуть медленнее расходоваться, по крайней мере на ходьбу, может быть в скором времени. И расход нормальный будет. Чем я могу помочь? Так. Бреттон. Добрый. Какая честь.
Да честь-то она и в Африке, честь. Но этой вообще не хватит, чтобы у меня скупить денег. Ну, молодец. И расположение позволяет. Соточка, ну давай. Она вообще херит, все покупает. Прекрасно. Так, мне показалось мне, что у нее восстановилось все это дело. Ладно. Тогда что, к алхимику идти? Ну, придется зарабатывать деньги, чтобы чары сделать. А я, кстати, опять забыл, я ж купил левитацию. Я думал, хоть трупа можно будет. Нихера себе зачарование по цене. А у самого, если мне, например, зачаровывать, там, наверное, шанс... Ну, допустим. Шанс 39. Вот такое создать. Двадцать восемь. Ну а если я выносливость восстановлю? Но если получается, оно не удастся, допустим. Так, ну давай на левитацию попробуем для начала. Где левитация? Скажем, на себя сила пусть будет один пункт. Но там можно все время обновлять. Ну 100 зарядов на левитацию, 50% шанса. Но я без сейвскаминга играю, для меня это не вариант. То есть придется платить, а сколько стоит? Можно, конечно, вообще не париться. Скажем, силу, например. А, ну тут сила тоже снижает. Вот в чем дело. Ну пусть будет, например. От 1 до 6 72. Шанс. Ну, мне, наверное, этого хватит. Потому что цена заклятия 1, это я могу 100 раз применять. Как бы тут единственная загвоздка именно в этих процентах может и не получиться. Лучше все-таки 100% попробовать. У Гальдербила. Интересно продолжать. Ну я рад, что тебя заинтересовало мое открытие, но мне в любом случае надо хотя бы, пока я раз не могу нормальные заклинания создавать, чтобы выживать. Давай поначалу посмотрим то, что мне нужно. Ну вот опять же, жалко мне 100 зарядов на вот эту левитацию дебильную отдавать. Так, ну давай, левитация. Да охереть цена, блин. Тысяча сто. Ну не так уж и много, но опять же мне надо собирать бабки. Все упирается в деньги, а мне их нужно собирать. Но без левитации я не заберу, получается, тот предмет. Плюс мне надо сделать отмычку. Первым делом отмычку. Левитация может и подождать. Там можно все-таки и зелье на левитацию создать. Так. А если объединить? Допустим. Так, где там открыть? Скажем, сила. Ага, понятно. Уже открыли.
Все ясно. Ни хрена мы не сделаем, получается. Ну, единственное, только левитацию, но опять же. Надо искать послабее камни душ. Ну, например, вот этот моровой Кагути. Какую-нибудь херню заключать в маленькие камни душ. И тогда уже экспериментировать так будет не жалко. Хорошо. Что ничего хорошего не происходит. Да, как-то это все долго. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту. 11. Кстати, неплохо. И цены тогда собьются, да, от этой керасы раз. А, ну временно они ж не работают. Ладно. Так, а что у меня по молоткам? Пока все целое. О! Кьяри, подожди, это ж ты! Привет, малышка, привет! Это, подожди-ка. А, так это случайное событие? Давай, подожди. Купишь, послушай, выносливый, отличный, за 2000, дешево. Давай. Его зовут Кьяри, теперь он твой, похоже, ты ему нравишься. Ну ладно, дам тебе в придачу еще кое-что. Возьми этот амулет, изготовленный одним моим другом-волшебником. Он подарил мне его и сказал, что это может призвать своего Гуара к себе, если он потеряется. Но чары не сработают в закрытом пространстве. Прекрасно. Если Гуар ранен, его нужно покормить. Угу. Так, если Кьяри потеряется, призови его в Балморе у храма, и он найдет тебя. Да, чуть не забыл. Ну давай ему зелье и свитки. Сожрет. Я уже и бил его, и еду не давал. Все без толку. Понятно. Ну наконец-то. Наконец-то. Так, за мной. Угу. Это можно не кормить. Все, а вес у него просто шикарный. Только я... Подожди, а как же это стоять, осмотреть, это двинуть, покормить? Подожди. Это новый запах. А, вот доля компаньона. Вообще хорошо. Просто прекрасно. Теперь вес не особо-то и проблема, не... С амулетами ни с чем вообще проблемы нет. Правда, я, конечно, и потратился изрядно, но вот эта вот штука, она очень полезная. Богатство. Я искал его, но нашел случайно. Что меня очень обрадовало. Храмы, храмы, храмы. Подожди, торговля, она хотя бы чуть-чуть качается вообще? Вот я не знаю, сколько раз я тут торгую и ни хрена. Может, надо просто всегда торговаться, тогда она только прокачивается. О, что ты за мной пошла? Обычно он в данже не ходит. Надо, наверное, поведение настроить. Мое терпение не безгранично. Да я рад. Вот этот бы сундук бы еще. Надо копить золото. Золото проблема только сейчас, на начальной стадии. Потом проблем с ним не будет никаких. Но опять же, это все долго, зачарования дорогие, как бы. Ну, баланс такой, что поделать, иначе можно было бы читером стать на, в самом начале игры. Так. Ну, в оригинальном Моровинде так и было. Там... полнейший дисбаланс, и играть вообще не интересно, становится очень быстро. Так, восстановить магию я тебе уже продавать не буду. Ну, видать, да, торговля качается только когда ты хорошо сбиваешь цену.
Но лучше в подземелье с ним не ходить, а то еще умрет. Поэтому нужно, где там у меня амулет Кьяри. А что шлем ты снял, мастер Ридорана? Я ж теперь мастер Ридорана. Так. Всегда уходить с моего пути. Подожди. Жди на улице всегда. Все, это настроили прекрасно. Можно, кстати, домик выбрать. Раз я решил обосноваться в Балморе, то может быть и торговый дом. Это единственное, что мне может быть. Так необходимо говорить именно со мной? Да, именно с тобой мне надо говорить. Давай, мне нужно какие-нибудь задания как-то. Давай скорее, Брэндон. Да, присоединиться. Нелена Дарвайн. Хрен с ним, пусть будет этот дом торговый. Так, дела. Да. Очень хорошо. Теперь ты в нашем доме. Когда подготовишься, можно обсудить дела твоего продвижения. Давай продвижение. Давай дела. Повторите еще раз. Какая удача! Ваш голос удачно похож на голос Фелсенца Сентандуса из дома Ридоран, который совсем недавно умер. Вы согласитесь пойти в дом Ридоран вместо Фелена Сентандуса и получить у них приказы? Потом вы должны будете принести эти приказы мне. Кто это такой? Ну давай, ладно. Хорошо, возьмите этот шлем, поговорите с Неминдой в совете дома Ридоран. Дойдите до Силстрайдера, до Альдруна, а потом ищите под Скаром. Когда она попросит, что вам нужно, скажите, что вы арнезийский сирота. Неминда передаст вам закодированное послание, вы принесете его мне. Да, кодовая фраза. Я понял, на Силстрайдере. Позвольте, я облегчу ваш кошелек. Так, ну ты не особо сильно сможешь мне облегчить мой кошелек, вот честно тебе скажу. Пока у меня нету открывашек, я думаю, лучше, наверное, отмычками. Пусть будут мастерские отмычки. Так, чему ты обучаешь? Длинные клинки, сила. Угу. Можешь говорить. Да, ну пока золота очень сильно не хватает. Богатый. Так, возврат есть. Как у тебя дела? Пока не родила. Давай, Эльдрун. Где там костяной шлем? Что там, 13 защиты? Ну пока смысла в гильдию воров сдавать нету, тем более есть еще задание, а мне защита важна. Что-нибудь лучше появится, тогда другое дело. Сейчас главное накапливать деньги в огромнейших, просто огромнейших количествах. Чем могу помочь? Так, дом Ридоран нужен под Скаром. Плюс на прокачку много денег надо. А денег будет пока что не хватать. Давай скорее. Ну, единственное, вот эта экономическая составляющая, она меня и будет задерживать. Да, кстати, сколько там тебе времени надо? Ты еще... Где он? Я уже и забыл. Альдрун. Это верно есть. Ага, вот Енас. Может, он уже там разобрался со своими долгами. Я его просто убивал, и потом ко мне все не очень сильно хорошо относились. Да, да, действительно должен. Понятно, что у тебя нет золота сейчас. Жаль, уже и так несколько дней прошло. Посмотрим, что там у нас по таверне. Хорошо, но давайте скорее. Так, мне нужны ингредиенты. Ну, есть, да. Прекрасно. Но для начала... Наши двери всегда открыты. О, я очень счастлив. Правда. Открытым дверям. Да, вот с этим зачарованием можно было вообще не париться, если бы восстанавливалась мана.
Но это опять же, это только на начале создает такие вот небольшие сложности. Потом этих сложностей не будет вообще. Но денег надо много. Но опять же, будут повышаться отношения в гильдии. Я думаю, со временем будет нормально все. Так, давай, соленый, не соленый, это мы все у тебя, что есть, скупаем, пробуем цену сбить, отклонено. Также 55 остается. Так, понятно, это мне интересно. Тут есть кто-нибудь знающий, понимающий? Так, говори. Шашер какой-то. Или шашев, сушев. Так, охрана лазит специально. Караулит. Ну что, идем туда под Скаром. В дом Ридоран. А вон то призрачный предел. Там типы атакуют жестко. Неприятное место, и там нужны навыки именно восстановления характеристик, иначе никак. Поместье Рамарана. Мурактонг. Сарети. Портниха. Летри. Ага, вот совет Ридорана прямо по курсу. Идем. Хорошо, но давайте скорее. Это очень хорошо. Так, а с кем мне там, с Нирваной какой-то надо было поговорить или с кем? Неминды. Это ты? Если вы чего-то хотите, самое говорите. Время спросить. Ага, как же чернокожая смогла стать советником? Или кто там ты? Так, Ридоран, мне не нужен дом. Угу, так. Доставь их в Морган, как обычно. Все, прекрасно. Есть задание. Знаешь, что меня приняли, отдает приказ. Ну ладно, ладно. Хорошо, ну давайте скорее. Что за осьминог? Ноги, блядь, торчат. Ладно, так, на возврат хватает маны. О, как бывает. Так, надо выносливость подвосстановить. Кстати, раз у меня есть открыть 50... мана, можно пока с этим зачарованием не особо-то и заморачиваться. А левитация у меня какая мощь? 10 пунктов на 30 секунд, 45 единиц, между прочим. Легкий вам дороги всегда. Так, а если я, например, левитацию послабее сделаю, скажем, 1 пункт, и длительностью вот так на 30, например. Сколько она будет? 4 маны всего стоить, 1 пункт. А мне этого хватит. Ого-го, ого-го, на сколько, да? Так, на себя длительность на 30. Ну, 1 пункт, конечно, слабовато. А что если 2? То шанс на успех будет сразу 56. Вообще слабо. Ну ладно. Пусть будет так. 1 пункт. 30 секунд на себя, чисто, чтобы хоть куда-нибудь долететь. И вот мы их называем сразу Levitation. Прекрасно, купи. Так. Добрый день. Что, что конкретно вам от меня нужно? Обычную левитацию, я считаю, можно удалить. Да. Удаляем.
Пам-паралим-памам-пум-пум-пум. Прекрасно, сейчас идем сдавать квест. Что тут у тебя? Тоже товар не обновляется. Что-то вы какие-то непонятные. Излечение обычной болезни тоже надо будет. Противоядие неинтересно, поглощение неинтересно. Вот развеять неплохо. Сопротивление до хрена можно будет зачаровать. Перо под ребром. Так, ладно, идем квест сдаем. Такс. Да, на все денег, конечно, не будет хватать. Но когда навыки будут прокачиваться, можешь говорить, все будет немножко иначе, потому что маны станут жрать больше, восстановление маны тоже у меня увеличится. Это что за дом, кстати? Кировелла. Но мне пока там делать нечего. Так. Да, держи. 500 золотых. Понятно. Повышаешь меня? Да, теперь я слуга. Ой, как круто. Давай, что еще есть? Мне нужен кто-нибудь, кто навестит аптекаря Вивики и достанет формулу алхимика. Отправляйся, Вивик, в магазин Ауран Франсис. Найди ее записи касательно формулы, принеси мне. Пока ты будешь там, возможно, ты захочешь нанести визит Эдрина Аретти. Она преданная сторонница нашего дома и живет в Вивике. Возможно, у нее найдется для тебя дело. Ну, я надеюсь, запись будет, потому что мне это ни о чем не говорит на самом деле. Безопасность, ловкость, скорость. Чем могу помочь? Пройдемся. Дикое истощение. Отражение. Маска тени. Хамелеон, кстати, сильное довольно заклинание. Так, скрытие. Третьи бригады. Поглощение, понятно. Я думаю, о цене мы договоримся. По-моему, я вас слышу. Да у вас тут денег столько нету, чтобы со мной о ценах договариваться. Можешь говорить. А мне не у кого даже покупать то, что мне нужно. Так, это тоже прокачивать не то, что нужно. Если договоримся о цене. Но у них ничего полезного для богатства тебе. Меня нету. Вивик тоже надо посетить, там много чего есть, что можно украсть. А вот наконец-то и тот, кто прокачивает торговлю. Потом мы с ним обязательно на эти темы побеседуем. Сейчас чем мне могу служить? Это не особо-то и нужно. Так, а ты чё? Тоже херню. Понятно. Тебе что-то нужно? Ага. Кровника мне еще не скоро суждено быть. Но теперь есть левитация. Можно потихонечку двигать в ту степь. Я не понимаю, в какой период времени обновляется товар, может раз в неделю. Даже не знаю, тогда не получится сильно много зарабатывать, конечно. Ну это так, временные трудности, ничего страшного. Пока есть мана, шансы забрать нужный артефакт имеются. Конечно, я надеялся на колечко, но с такими неподъемными ценами, может быть, когда я прокачаюсь в этой гильдии, цены станут немножко поадекватнее, но сомневаюсь. Пулрестер пак, я так понял, он сделан на баланс, чтобы не получилось так, что вы на первом уровне уже сносите всю игру. Всякими там зельями перманентными. Вот, например, если бы
сработало то, что я хотел, допустим, тогда бы цены снизились, и я бы мог уже топовые заклинания использовать прямо сейчас. Оно, конечно, с одной стороны и круто, но с другой быстро пропадает интерес что-то исследовать, что-то продавать, где-то находить, какие-то способы придумывать для игры. Большая часть геймплея, получается, просто теряется. Ну, извини, Гуар, у меня такой скорости еще не скоро будет. Мне надо будет еще эти пельмени найти. С сапогами. Но у нее дебаф на бретонца действует немножко по-другому. И опять же, у меня же еще сапоги на отражение, правильно? Сопротивление магии. Потом можно будет попробовать еще эффектами зачаровать, чтобы добить до сотки, и тогда... А, ну если я же их сниму, сапоги на сапоги поменяются. А вот сил страйдеров бы еще проверить. Мне сейчас 77 хп, по идее, должно хватать. Чтобы переживать их удары. Но рисковать особо не хочется. Так, оно падение вот такое, не хочу рисковать. Может быть, и пережил бы, но немножко страшно. Кстати, я ж еще вот там не посмотрел ничего. Блин, сам говорю, не хочу рисковать, и в итоге чуть не спрыгнул. Монстры, я как понял, здесь не восстанавливаются. Можно проверить, что получилось с этим заклинанием. Насколько оно медленное. Ну, в принципе, не так плохо, как я ожидал, честно. Для того, чтобы... Ну, конечно, как Супермен по карте летать не получится. Это уже на будущее. Но... Из того, что имеется, как бы неплохо. Может, это, кстати, другой обход. Монетки собираем. Ой-ой-ой. Какая вещь тяжелая. Бумажка, генератор. Да, я помню, когда не знал, здесь я долго очень мучился. То, что с тебя хватит, я понял, но ты меня испугал. Я этого помещения не проверял, поэтому даже не знаю, что там есть. Так, а затестить, что ли? Кстати, почему скелет-прислужник какой-то неправильный? Надо, наверное... Ну ладно, просто я хочу затестировать, что это вообще такое. Погнали, братан. Хватит с меня. А ну, кстати, меч, подожди. Я надеюсь, я с одного удара сейчас не умру. Иначе это будет, ну, жопа просто. Где... Я не понял, у меня же сейчас одет тот меч. Да не важно, какой одет. Где яд? Не вижу. Ничего не понимаю. Я не понимаю, она забаговала или что? Кстати, молодец, скелет намного лучше справляется, честно. Так. Ржавая двемерская деталь. Вот с
свитки открывашки пригодятся. Подожди, а мне нужно две... Что мне нужно вообще было? Двимерская же деталь? Но она, по-моему, не здесь была. Или тут не важно. Сейчас. Нет, двимерская головоломка. Ну, скелета можно на 30 секунд просто поставить. Чтоб шансы... Ну, я не понимаю, подожди. Почему его не было? Секунду. Вот я достал. Вот теперь есть. Херня какая-то, честно, не знаю. Но скелет мне, по крайней мере, понравился побольше, чем этот дух несчастный. Так. И что мне нравится еще в Моровинде? Ну нахер. Она, по-моему, не здесь была. Или я здесь ее в тот раз находил. Ну, короче, здесь и здесь, хер с ним. Значит, не придется через тот мост идти к тому двемеру. Как у тебя дела? Ну его нахер лишний раз рисковать. Прекрасно. Антаболис. Антаболис в гильдии бойцов. Это хорошо. Антаболис, ты мне же заплатишь информацией. Так. А где он находился, этот Антаболис? По-моему, в подвале. Антаболис. Вы вот чего-то хотели? Да. Ага, так, как хочет знать о шестом доме о Нерваленне. Кстати, надпись на коробке, похоже, указывает на то, как собрать двемерский ключ, открывающий особый замок. Если ты заинтересован в этом, возвращайся, когда доставишь сообщение Каю, возможно, у меня будет ключ, который ты заберешь с собой в Аркандат. Понятно. Так, шестой дом, дом Дагота. Потерянный. В первую эпоху дом Дагот предал другие великие дома во время войны Первого Совета и был уничтожен за эту измену. Я могу ответить на ваши вопросы, если они у вас есть, а еще я дам вам записи, которые вы должны будете передать Каю, и некоторые ссылки на книги о шестом доме. Вот список дешевых книг. Из всех книг рассказывается в шестом доме о том, как ему пришел конец. Война Первого Совета, Святой Нервар, Нервар, Луна и Звезда, Настоящий Нервар, Дорис и Дарвелл в торговом районе. Должны быть некоторые. Да они мне нахер не нужны, эти книги. Но я еще покупать не буду. Мне вообще похер, что за Нервар. Так. История Моровинда. Утомлять не буду. Так, о Моровинде он мне книгу дал. Так, Нерваар, услуга. Да, я, кстати, вспомнил. Там, по-моему, когда Двемера уничтожаешь, за тем мостом или где-то еще была запертая дверь. Просто мы до нее не дошли. Я, кстати, это наверное, из дополнения задания. Потому что я этим не занимался. Древкова новоносливость. Так, сейчас подождем. Давай, по максимуму. На все, что есть деньги. Выносливость 2. Как же это все дорого.
Все, денег нет. Выносливость 3. Так, теперь нужно передать Каю. Он мне сказал через несколько дней зайти. Угу. Разгадать головоломку. Да, я просто там не до конца исследовал, но лучше... Лучше этим всем заняться потом. Когда персонаж будет прокачан, когда у меня будут там какие-то, какие-никакие навыки. С двемерами и вот с этими механизмами мне сталкиваться сейчас ну никак нельзя. Умираю с одного удара. Я еще думал, как бы мне эту головоломку достать. А она, оказывается, сейчас расположена как-то по-другому. Или мне так кажется, я уже ну давно, не знаю, год, наверное, или полтора не играл. Как засел за готику, пока не навернулся камп, и в итоге с сохранениями из Фореста, из готики, то все навернулось. А там вот эта история Роланда. Ну, короче, перепроходить очень долго. Блин, я уже забыл, где этот Касадес живет. Так. Вот сюда. Касадес. Продолжайте. Это записи его. Замечательно. Уверен, что найти их было не очень трудно, конечно. Позже я просмотрю их более тщательно. Сейчас у меня есть новое задание. Давай. Я посмотрел записи. В них много говорится о шестом доме и о культе Нериварина. Нет, беги в Балморскую гильдию магов. Она находится сразу же за Балморской гильдией бойцов. Пусть Шангра Музгоп расскажет тебе все, что знает о Нереварине. Она даст тебе задание, сделай все. Затем, когда она даст информацию, возвращайся с отчетом. А ты что будешь делать, ты? Шакал, вот ты бы хотя бы бесплатно меня учил бы, ты понимаешь? Кошмар. Так. Понятно. Можешь вообще тебя убить нахер и поломать судьбу. Ладно, с этими шаграми, антарболицами уже продолжим в следующей серии. Докачиваться продолжим тоже в следующей серии. Кстати, мана неплохо выросла. Хорошо, прокачка прет. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Павел Мясник. До новых встреч. И да пребудет с вами мясо.